Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Именно такой была гимнастика в знаменитой песне Высоцкого. Сегодня все больше людей занимаются спортом. Быть здоровым стало модно. Берендеевский лес – одно из любимых мест для занятий физкультурой среди чебоксарцев. Теперь в парке появилась современная спортивная площадка. Время года в Берендеевском лесу можно встретить как профессиональных спортсменов, так и просто любителей пробежки, ходьбы и прогулок. Здесь тренировались многие чемпионы мира и Европы, и даже олимпийцы. Тут уже я много лет сама занимаюсь на этой площадке. Очень много больших, выдающих спортсменов постоянно здесь занимаются. И, конечно же, большая возможность и для наших остальных горожан полюбить спорт и заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. В Берендеевском лесу с появлением спортивного городка станет еще оживленнее, надеются в городской администрации. Я в первую очередь хочу поблагодарить тех спортсменов, которые прославляют наш город, и тех любителей спорта, которые ведут активный образ жизни. Но хочу поблагодарить строителей. Мы раньше приходили на эту площадку, постоянно бегали, зимой на лыжах катались. Но теперь намного лучше стало, больше снарядов различных. Даже маленькие дети могут заниматься. Очень хорошая, прекрасная площадка. Маленький Василий уже сейчас, хотя ему 2 года нет, уже пытается по шведской стенке подниматься. Я приходил сюда и бегал, катался на лыжах, занимался на старых тренажерах. Теперь поставили новые тренажеры. Я очень рад и буду сюда приходить всей семьей. В ближайшее время рядом со спортивным городком появится новое современное здание для спортсменов, которые здесь готовятся к различным соревнованиям, пообещал глава города Леонид Черкесов. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.